Что это такое? Это уникумы. Не верите? Я зря. Поверьте, стать крутым может каждый в своей области. А вот такие, под руководством человека, всю жизнь отдавшего малой авиации, не маленьким самолетам, а моделям, так вот у них опыта 100 раз больше, чем у меня. Те вещи, которые нам не понять, они делают. И чтобы вы поняли. Так вот, пример прост. Сразу отсеиваем 75% населения. Я про двигатели. Дальше еще 95%. Авиационные двигатели. Нормально? А маленькие двигатели? Ведь ранее и сейчас бойцовки летают на электро, но мало. В основном маленькие моторчики. Сколько таких? Ну, примерно 0,01% в мире знают это устройство. Так вот, тон главный. Есть определенные моменты из практики оных, когда что-то типа ломается. Опять я про машины. Но то, что сделано его руками, не ломается. Так сколько таких? И почему все изумительно? Ну, я же сказал, 60 лет. Ну, немало так. И это авиация. Так что, господа, сломанные машины из пластика и стали он делает на изюм. Как, собственно, и все остальное. Опять не верите. Вот моя масявка, и я честно отдал руководство Маркевичу. Он реально показал, как ремонтируется реально уставший самолет. Потому как я всем это говорю. Радиоуправляемая авиация включает в себя больше ошибки, так как вы и только вы управляете полетом постоянно. И никаких автопилотов в радиоуправляемых самолетах нет. Все висит на вас и на вашей аппаратуре. И именно поэтому типа пижонские на пузе полеты и это лучшее. Поверьте, случится оное, и пусть этого не будет, но радисты посадят худо-бедно любой настоящий самолет. И главное в этом, как и в авто, практика. Моя практика – это 2 десятилетия. Практика Маркевича в 3 раза больше. Так что, если никто ничего не может сделать, обращайтесь в авиаклуб. Слава тебе, Господи, что он его сохранил.